Сергеевна, а можно Алиса будет со мной сидеть? Не возражаю. Если что, ты ей поможешь. Давай. Я надеюсь, что Боря, как истинный джентльмен, уступит даме место. Тихо! Он джентльмен, он будет ждать даму своего сердца. Мистер Садов, я бы на вашем месте помолчал. Эй, Грибкова, ну как, в пижаме не простудилась? Королев, the lesson has begun. Вы совершенно правы, Алла Сергеевна. Ну тогда я попрошу тебя к доске, ты расскажешь нам о Лондоне. О Лондоне? О Лондоне. Да и Лондон. 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 Лондон из... Девочки, потише. Лондон из... Is one of the biggest. Сулима, не ту страницу открыл. Is one of the biggest. Ну? Лондон is... Ну, Лондон. Лондон. Это... Лондон из... Тише, ребята! Лондон. Очень большой. Лондон. Лондон из... Девочки, потише. Лондон из... Лондон. Лондон из... Лондон из one of... Лондон из one of the biggest. Алла Сергеевна, у меня собака заболела. Боюсь, что чумка. Три раза ночью неотложку вызывали. All the same in English, please. My dog. My dog. Тише, ребята. Я думаю, всем интересно послушать историю болезни Фиминой собаки на чистейшем английском языке. My dog. Алла Сергеевна, я не знаю, как по-английски, не отложка. Сочувствую. Ну что ж, очень плохо. Иди садись. Кто хочет помочь? Можно я? Алла Сергеевна, можно? Кто поможет Королеву? Ну как ты, собачка? Собачка-то жива? Садовский, может быть, ты? А вы меня в прошлый раз спрашивали. Ну и что? Честно? Честно. А я так методом исключения вычислил, что один снаряд два раза в одну воронку не попадает, поэтому мне сегодня ничего не грозит. Попадает, Садовский, попадает. Считай, что ты убит. Девочки, уберите шахматы. Так, кто еще? После уроков отдам. Алиса, может быть, ты? Я понимаю, что ты не готовилась, но не бойся. А я не боюсь. А почему ты сидишь? Что? У вас что, в школе не встают, когда отвечают? Нет, у нас не встают. И тем не менее, встань. Only I wasn't in London for long, so I doubt whether I can tell you much about it. London is the capital of Great Britain and one of the largest cities in the world. No one knows exactly where it was founded, but the Romans cleared up the River Thames, built a fort there more than 2,000 years ago. London has lots of beautiful old buildings, like Westminster Abbey, the Houses of Parliament and the Tower of London. London has changed a great deal over the last 100 years. Tall modern blocks of flats and offices are here, and an underground tunnel will be built. А ты английский в школе учила? Меня родители знают, и я с детства слышала. А, может быть, ты еще какие-нибудь языки знаешь? Я не очень способна. Я знаю всего 8 языков. А какие? Французский. А вот испанский хуже. Я выучила его, когда была в Малаге. 8. А еще? Чешский, финский.
хинди, китайский, японский. Ну что ж, отлично, Алиса. Садись. А мы продолжим урок. Коля Сулима. К доске. Тихо. Ты играешь в меня всегда, слушайся. Но кто бы тебе еще так все по нотам разложил? Кто Алису засек? Я. Кто предсказал, что она к нам в класс внедрится? Я. Я тебе хочу честно сказать, я собой доволен. Нечему радоваться. А я не радуюсь. Я торжествую. Это великая победа дедуктивного метода. Теперь главное не складывать оружие. Мы должны с тобой придумать план действий. Слушай, Фим, а может просто отдадим мне мелофон? Ты не спеши. Будем рассуждать, как старик Холмс. У меня есть задание. Добыть мелофон и ликвидировать одного человека, который слишком много знает. Ну почему ликвидировать? Я же был у них. Нормальные люди. И даже очень приличные. Речь идет не о них. Может, лично они против тебя ничего не имеют. Но их долг уничтожить свидетеля. Пойми ты, наконец. Если каждый будет шастать туда-сюда, то никаких тайн не останется. Чего только такие бродяги не узнают. Когда кто умер, когда землетрясение. Знаешь, что от этого может быть? Будущее изменится. Как? А вот так. Побежишь ты в библиотеку и узнаешь, что через 3 года в Крыму наводнение. В Крыму? Ну не в Крыму, условно. Допустим, в Сахаре. И что ты тогда должен сделать, как пионер-патриот? Спасти людей. Молодец. Вот это-то и опасно. Допустим, тебя не приняли за психа. Послушали. Землетрясение произошло. Никто не пострадал. Ну и отлично. Тебе отлично. А для истории трагично. Допустим, один человек нашел в развалинах красивую девушку. Он в нее влюбился. Они поженились. У них родился гениальный сын. И вот этот гениальный сын придумал двигатель для межгалактических систем. А не было бы землетрясения, они бы не встретились. Фантастику читать надо. Ну я же не ходил в библиотеку. Ничего не узнал. А где гарантия? Я клянусь, на их месте я бы сделал точно так. Убрать тебя, пока ты не проболтался. Убить? Да. Хоть это и грустно. Но, впрочем, есть и другой вариант. Какой? Послать тебя в будущее и держать там. А как же мои? Мать не переживет. Ну, о матери забудь. Дурак ты, Фим. А ты несчастная жертва легкомыслия. Делом занимайся. Теперь тревога. Это они.